think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, прошла обнова на немецком сервере, на русском я вам уже записал. Бегал просто кубок ПСЖ, фармил с рандомщиками, тоже будет интересный видос. Как обычно, Джеки тащит. В общем, поехали. У нас аккаунт Гупи, что-то знакомое. По-моему, мы на этом аккаунте, если я не ошибаюсь, уже были, аккаунт Антона. Немецкий сервер, обновление только что здесь прошло. Дали вот такие вот плюшки нам. 3, 1, 200 и 2. На русском сервере тоже плюхи давали. Что интересного есть на немке? Смотрите, сейчас покажу вам сразу. Сразу начали продавать новый талант. Нового суперпэта, итемы. И нового героя начали продавать за два больших пака. Ну, сразу говорю, кто хочет донатить на этого героя. Ну, типа, донаты можете за донат лучше забирать. Конечно, вот сольете до хрена тысяч самоцветов. И ни хрена не вытащите. А так чисто покупать, ну, он бессмысленный. То есть, ну, герой не стоит ни своих денег, ни... вообще ничего. Ну, я вчера потестировал, побегал, ну, честно скажу... Херня, как обычно. Так, что еще здесь есть интересного? Пиратище. Ну, стандартный. На островок забежим. Островок здесь просто бомба. Так, окей, с этим разобрались. В общем, поехали. Находится он в гильдии Зокербанде. Вот так вот, Зокербандер 2.0. Кидайте заявочки, вступайте, немецкий сервер, 20-40 босс, насколько я понял, 20-21 атака фортов, скорее всего. Такс, Зокербандеры. Сейчас посмотрим на аккаунт. Так, аккаунт у нас фактически бездонатный, но, как видите, ну, это немецкий сервер. Здесь огник уже у него есть, роза тоже 100% есть. 78. Нету мастера, Фобоса, Мэри, Зефир, Альфа-самец. Так, Plant Warrior, ББшка, оккультист, землеройка. Матрона, свален. В общем, хватает. Махатмы нету, рогатки нету. Интересно, что у него делается. По осколкам. Сейчас посмотрим. Зефирка. Так, понятно. В общем, все понятно. Поехали. Поехали, начнем. Роллинг. Так. Сейчас бесплаточки имбу вытащим. Ну, практически. Так, Сноу. Это, конечно, хорошо. Сноу радует. РТшка. Оу, щит. Ничего себе. Видали, кого мы выбили? Я уже даже забыл, как она называется, честно говоря. Так, еще два раза по 450. Дама холода, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну что, поздравляю. Первая имба бездонатная у тебя уже есть новая. Ну, смотрите, вот как живут, грубо говоря, люди без доната на этом. Еще один огник валяется, роза. У меня тоже скоро на твинке будет, я надеюсь, огник. Так, забрали плюхи. Поехали, давайте в рейд сбегаем. Нормально он себя чувствует на своей силе. Так,
Так, окей, поехали дальше. Бог грома. Дзюглоб. Блин, такие прикольные названия. Джамбир у него уже есть. Леди Лео. О, королева Ос, я не помню, есть она у него, нету. Да, падает, честно говоря, ну, не очень. Да ты что? Вторая недостающая, ребята, имба. Это просто жесть. Так, отлично, открыли. Странно, ПБшки у него такие нету. Блин, ну не знаю, такой си падает. Хоть и недостающий, но, блин. Не нравится мне такой дроп. Реально очень, очень-очень печальный. Ну, по крайней мере, на немке можно отлично играть без доната. Такс, поехали. Опа, сразу рыцарь. Медуза. Еще одна медуза. Вала-вала, посмотрите, что делается. Нифига себе. Только толку. Эти все герои у него есть. Ведьмочка. Иксик. Блин, ну что сказать? Вроде и падает. Но такое себе. Вроде и леги падают и даже неплохо сыпят, но, как видите, падают такие, которые уже. Ну, у него понятно, у него они уже есть, поэтому это такой себе дроп. Так, в принципе, неплохо падает. Но я ожидал все-таки каких-то мега имбовых. Ну, два недостающих мы уже достали. Уже полегче будет. Но, блин, ПБшки нету, оккультисты, землеройки. Это самые такие Асура, Свалин, Махатма. Блин, это самые-самые топовые. Ой, что-то я ему там насменил. Что? Еще раз, подождите. Excuse me, please. А, блин, показалось. Я что-то меняю замедление. Думаю, блин, второе замедление. Фига себе. Так, окей, поехали. Паладин. Хранитель. Пикси. Хранитель. Да, блин, задрали. Лазуля. Ну, блин, круто, Лазуля. Камон. Трифид. Ну, хоть так, хоть Трифида вытащили. Еще одного недостающего. Конечно, это говногерой, но... Но имеет право, чтобы быть в алтаре. Для прокачек. Вала-вала. Леди Лео. Душек, Фантом Конг, Санта Бум. Ну, рандомчик, давай. Вот так вот, ребята. Три героя, конечно, недостающих мы вытащили, но, блин, сказать, что они прям мега-мега-мега вау. Чё себе, давайте еще. Херкер. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Без донаты на немки тоже классная тема, но, видите,
На немке где-то плюс-минус ребята говорят, что падает, ну, герои падают не очень. Ну, смотря, не знаю, у меня, допустим, есть землеройка уже, там Асура есть на бездонате. Каждого по-разному, зато здесь есть Феникс, Фрея, у меня их там нету. Все зависит, наверное, от времени, сколько вы играете еще в игру. Такс, что я хотел? Что я хотел? Поехали еще посмотрим на его алтарь. Хорош, хорош. Ремка, ну такое себе. Поддашка, отлично, 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 отлично. Блин, хороший аккаунт бездонатный. Дальше пошли твинки. Ну, по крайней мере, мы троих словили. Нового героя мы не словили, но словили предыдущих героя. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосика. Я буду сегодня ролить у себя. Всем удачи, всем пока.